Ми в ефірі. І знаєте, з чого почну? Я тут почула, що десь на якомусь каналі ви нещодавно сказали, що ваш рідний дядько, начебто, да, був начебто ректором знаменитого на весь Радянський Союз фістехом ФТІ. Це, ну, вуз досить таки відомий. А чому ви туди не вступали? Ну, смотрите, действительно, мой дядя является деканом МФТИ, физико-математического института, вот, но меня больше тяготили гуманитарные науки, и, знаете, я же неплохой психолог. Вот, по первому своему образованию. Педагогика, mm-hmm. психология, потом юриспруденция. И мои три высших образования – это тому подтверждение. Три? Три высших uh-huh. образования, и последний я закончил с красным дипломом. Поэтому мы растем, квалифицированные специалисты в гуманитарных науках. Ну, от давайте будемо говорити про те, де і як ви виросли уже в студії. Прошу. Дякую вам. Керівник профспілок Міністерства внутрішніх справ, лідер соціалістичної партії, колишній радник міністра внутрішніх справ та голова департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України. Наполягав на відновленні кримінальної відповідальності за перебування в стані наркотичного сп'яніння. Став співробітником поліції після початку бойових дій на сході України. Був регіональним політичним керівником правого сектору на сході України. Очолював також Всеукраїнські федерації дворового футболу та доміно. Полковник поліції Ілля Кива. Гість програми «Хард» з Влащенко. Вітаю всіх. В ефірі «Хард» з Влащенко. І гостем сьогоднішньої програми є Ілля Кива. Вітаю вас, Ілля, ще раз. Здравствуйте. А ви підполковник все ж таки, не полковник. Підполковник поліції, так. Да. От тепер глядачі про це знають. Я почну з подій, як завжди, традиційно. Ну, цього тижня обговорюють декілька подій. Одна з них – Євробачення. Сьогодні ми дізналися, що не поїде від України ніхто на Євробачення. Все починалося з дискусій. Хто може виступати в Росії, хто не може виступати в Росії, а дуету, який виграв, там питали у них, ну, них чи Крим і так далі. Все закінчилося так, що ніхто не підписав угоду з НТСУ. І потім всі відмовилися послідовно брати участь в цій події. От ваші особисті відчуття від того, що відбулося? Наташ, знаєте, як от дуже обідно наблюдать за тем, что происходит сегодня в нашей стране. Сразу они пытались нас разделить по языковому принципу. Кто не розмовляє українською мовою, той ворог, зрадник, вата. Але перші кроки на війні я робив, розмовляю російською. І це мені не завадило захищати і бути відданим своїй державі. На українській мові розмовляють мої діти, але мої батьки розмовляли російською. І я поважаю цих вибір. Поэтому потім нас почали ділити по релігії. Коли у них не вийшло розділити нас по язиковому принципу, у нас забрали віру. Забрали віру, тому що нас розділили. Нам розказали, що в этот храм ходите, в этот храм не ходите. Віру зробили частью политики. Тоже что-то не получилось. Тоже не убивают они еще себя внутри страны. Тогда давайте мы посмотрим, а попробуем еще их разделить и по культуре, искусство. Ведь это всегда было что-то высшее, духовное, музыка. Это то, что всегда объединяло. Живопись. И сегодня они сюда воткнули свои грязные лапы. Вот эти политиканы, которые устроили, ну, честно говоря, из безобидного песенного конкурса, где Украину должна была представлять талантливая девушка, которая честно выиграла отбор. Она стала всего лишь жертвой вот сегодняшних вот этих политических манипуляций. Вот этих, честно говоря, ну, я считаю их моральными уродами. Что мы получили взамен, что мы получили в результате? Украину не будут представлять на песенном конкурсе, где мы бы могли гордо поднять украинский флаг. Той прапор, який повинен
сьогодні на конкурсі. Його нема. Чому? Тому що віддільні політики вирішили і цю історію превратити в ще одну маніпуляцію. Моя позиція. Я зараз про іншу подію вас запитаю, але до цього я от вас слухаю, і мені дивно, у вас є дуже близький друг ваш, Дмитро Корчинський. Він, у нього позиція навпаки по всім трьом питанням. От ви з ним дискутуєте, тому що ви, значить, по ту сторону барикад сьогодні від нього. Чому? Ні. Ну, Корчинський вважає, що всі мають говорити тільки українською мовою. Корчинський вважає, що Томос – це події для країни. Корчинський вважає, що люди, які гастролювали в Росії, їм не місце на конкурсі. Я дуже поважаю Дмитра Корчинського як дуже цілісну людину. Могутню людину, чоловіка, по першу чергу. В нього можна дуже багатим речам навчитися. І я навчався на фронті, бачивши його відвагу. Це мене надихало. Я 100% відверто зараз кажу. Сейчас уже здесь, на території, на которой не рвутся бомби, я більше думаю о мірі. Я больше думаю о том, что я оставлю детям. Но точно не войну. Я не хочу, чтобы мой сын... Я не хочу, как отец, чтобы мой сын или моя дочь были убиты в этой, или погибли в этой бесконечной, продолжительной войне. Я считаю, что мы должны изменить в первую очередь себя и захотеть этого мира. И вот часть этого процесса – это уступки, понимаете, компромиссы. Я искренне сейчас это говорю. И он должен начинаться, компромисс с себя, не разбрасывая камни и вешая ярлыки. Кто более патриотичен, кто менее патриотичен. Вы сегодня этими тезисами страну разорвали. Мы должны наконец-то найти силы собирать камни, восстанавливать страну, находить в себе силы, слышать друг друга, видеть друг друга. И это не значит, Наташа, что сдавать интересы украинского государства или территории. От про сдавать интересы держави. Дивіться, ще одна подія, якщо ми заговорили про інтереси і про те, хто здає країну, хто не здає країну. Ще одна подія цього тижня, 25 лютого, журналісти оприлюднили розслідування про те, як люди з оточення президента, а саме Ігор Гладковський, син заступника секретаря РНБО, який поки що, наскільки я розумію, його обов'язки призупинені, да, зараз. Ну, як він займається корупцією фактично. Що ви скажете про це? Ну, для глядачів скажу, хто не знає, держпідприємство переплачувало за товару 24 рази, купуючи його у фірм прокладок. Так пишуть журналісти. Так це чи не так, скаже нам суд і скаже нам розслідування. Тому що ми не судді. Ми не судді, але у нас може бути своя громадянська позиція в відношенні цієї ситуації. Я неоднократно вже на різних ефірах заявляв о том, що, к сожалению, в такой позиции, в такой стратегии и в такой коррупции и предательстве мы войну никогда не выиграем, территории мы свои никогда не вернем. Я всегда говорил о том, что через контрабанду мы покупаем комплектующие к БТРам по цене БТРов. И об этом говорят военные, сами военные, высокопоставленные военными, которые тошно находиться на своих местах. Я сейчас говорю о высоких чинах. Просто они ничего не могут сделать. Система вертикаль, которую выстроил сегодня президент, она не позволяет инакомыслие. Она не позволяет другой позиции, как быть или частью этого преступного сговора. Или ты будешь уничтожен. Тебя объявят зрадником, тебя объявят ватой, тебя объявят кем угодно, если ты будешь что-то либо противопоставлять этому преступному синдикату, который является сегодня основной проблемой нашей страны. Я хочу сказать, вот смотрите, что вообще происходит.
Ми знаходимо проблематику в исполнителях. Мы находим проблематику, нам внимание отвлекают от очень важного для них процесса. Знаете, какого, Наташа? Как? Они крадут наши деньги. Они крадут, обкрадывают и уничтожают будущее наших детей. Я ненавижу это и есть. Я ненавижу их, потому что это есть предательство, государственная измена, которая должна караться. Не отстранением от должности, а немедленно человек должен быть доставлен в СИЗО на время следствия, чтобы он не мог влиять. Вы скажите, вы вообще верите в расследование, чистоплотное расследование, когда это ближайшие партнеры президента нашей страны, в которой Пане кум Ківон, генеральный прокурор? Хочу вам задать еще одно запитание с приводу цього. Вы знаете, ну, по-перше, все, что там сталося там вчора и сегодня, весь цей галас навколо цього розслідування, я маю вам сказати, що це не вперше було сказано. Про ці всі речі, про проблеми в «Укроборонпромі» говорили протягом там останніх, там, я не знаю, 2015, 16, 17. Ну, у нас в ефірах говорили, в ефірах інших телеканалів. Ну, ніхто не піднімав такого галасу, тому що нашу. Так має бути, знаєте. І тут просто піднявся такий галас. Скажіть мені, будь ласка, є ж у нас профільний комітет Верховної Ради, який очолює пан Пашинський? Є, наприклад, його син в «Укроборонпромі» і так далі. А куди і вони його всі... син, Вінник тот же, Іван. А куди вони всі ці люди дивилися? Вони що не знали, що це відбувається? Їм навіть особисто я задавала багато разів питання про корупцію в «Укроборонпромі». Всі казали, що ні, все нормально. Почему вы не думаете, что это часть вот этого преступного синдиката? Это часть преступного синдиката. Хочется сказать, что они все в теме, в теме. Я уверен в том, вот давайте так, вот послушайте. Я прекрасно понимаю подтекст. Пашинский где-то рядом с Народным фронтом. Послушайте, правда. Чему рядом? Он член Народного фронта. Да, правда, она всегда одна. И я уверен в том, что это... слишком большой организм изменников Родины. И без ведома или по незнанию... Вы готовы навіть своих зрадниками назвать, если они зрадники? Это не мои. Ну, вы не услышали, подождите. Вы ж близко до министра, а министр – это Народный фронт. Еще раз говорю. Так. Я близко к закону. И это было, есть и будет. И вы меня знаете, Наташа, наверное, уже... Ну, так, с 14-го так года, так точно. С 14-го року, так. И я никогда не изменял своим принципам и правилам. И если Пашинский будет уличен или частично хотя бы обвинен, послушайте, я за этими гадами готов сам лично приходить. Неважно, Народный фронт, Батьківщина. За ними приходить готові. Слушайте, вы знаете как? Это возвращение, это как раз часть той президентской программы, возвращение смертной казни для коррупционеров, тем более для зрадников батьківщини. Еще раз говорю, эти люди, они заслуживают только одного. Высшей меры наказания. И это правда. И мне не важно, с Народного он фронта, ББП или батьківщина. Зрадник. Вот догма і закон. Сьогодні ж таки нас догнала новина, сьогодні чи вчора, про те, що скасували статтю про незаконне збагачення. Це ви теж знаєте. Хоча там пан Цегулко обіцяє, що президент знову запропонує новий варіант цієї статті. І все ж таки, чому це сталося? Зараз скажу. В преддверии, вы знаете как, в преддверии смены власти в нашей стране, а я в этом просто уверен, и это не предвыборная какая-то агитация, ни в коем случае. Ну хватит, все, вот здесь уже, вот, уже чаша переполнилась. Они же прекрасно все гады понимают. Они же под себя это сейчас эти законы выписывают и под себя эти законы меняют. Потому что прекрасно никто никому ничего прощать не будет. Уже история о том, что ты ушел
І все забито? Ні в коєм случаї. Каждого достанем? Я так точно. От я, пускай, не такими большими шагами, не так, може бути, як би мені хотілося, але я уверена, постепенно, но очень твердо поднимаюсь по вертикали сегодняшней политической карьеры, власти, а значит завтра я стану одним из тех, кто будет принимать законы, кто будет контролировать выполнение этих законов. И вот у такого, как я, рука не дрогнет. И за ними я приду. И срока давности у меня не существует. И один из методов, которым я буду догонять, именно догонять тех, кто украл, это незаконное сбогачение. Это очень правильная была позиция, которую они сегодня стерли. Стерли, потому что им страшно. Если они думают, что этим они как-то себя спасут, нет, не спасут. Ще одна подія цього тижня, і вона така на рівні ньюзмейкерства, це арешт генерала Замана. Генерала знають багато хто, а звинувачення ще ніхто не бачив, ну, конкретно, да? Але ж військовий прокурор Матіос провів вже брифинг, сказав, що він звинувачується в держзраді. Це дуже тяжке звинувачення, але в статті конкретні написані речі по держзраді, що є держзрада. Я знаю. Поки що, там важко зрозуміти, є держзрада в діях Замани чи ні? Знаєте, Наташ, в останнє время прокурори настільки поглотили себе искусством шоу, вони давно вже перестали бути прокурорами, а більше шоуменами. Їх так поглотила нова вот эта волна политики, а новая волна политики, я хочу сказать, она предусматривает больше яркости, динамичности, завлекания внимания. Вот. Все выступления Юрия Витальевича Луценко, вот помните громкие задержания, громкие обвинения, которые в конечном итоге фактически ничем и не заканчивались, а просто превращались в отвлечение внимания. Так вот, я вам хочу сказать. Мне кажется, что вот как раз генерал-полковник Замана, по-моему, правильно я говорю? Да, генерал-полковник Замана. Вот это один из факторов отвлечения нас внимания от реальности, та, которая сегодня происходит в нашей стране. Это еще одна возможность манипулировать нашим вниманием. Потому что сегодня действительно, я искренне это говорю, я считаю, что для нашей страны настал час Че. И если мы где-то ошибемся, проявим слабость, невнимательность или слабодушие, мы потеряем страну, если мы им еще раз ее оставим. А они сделают все для того, чтобы остаться у власти. Генеральный прокурор – это кто? Кум действующего президента. Вы скажите, у него есть шанс остаться при новом президенте? Нет. Нет. У Матиуса, у военного прокурора, у него есть шанс остаться? С его-то, у жены статками? Нет. Я тільки не зрозуміла, до чого тут його дружина. Вона займається бізнесом. Ви знаєте як, у нас очень удобно, я вам хочу сказати, да. У нас удобно, когда бабушки покупають квартири, дедушки покупають маєтки, сестри, тети, дяди, которые всю жизнь там где-то работали, они вдруг становятся миллионерами. Еще раз. Позиция зрозуміла. У вас позиция как у классика. Надо было жениться на сироте. На бизнес потребно. Я считаю, что нужно у меня, как у классика, позиция одна. Нужно жить честно. А ви класик, я зрозуміла. Добре, тоді йдемо далі. Дивіться, на початку 2017 року, ні, хочу спочатку про що спитати. Це таке дуже важливе і дуже, мені здається, базове питання для на сьогодні. Сьогодні ми бачимо безпрецедентну історію, коли напередодні виборів формується жорстке, воно вже сформувалося, протистояння МВД проти СБУ, і прокуратури. І навпаки. Ні, є.
Ну, ми ж бачимо, обшуки там, наступний день обшуки там, потім тут обшуки, потім ще щось. І так далі. Про це протистояння вже говорять всі. От, а ви не бачите його, я так розумію, судячи? Я зараз все розкажу, на самом деле, от свою позицію. Ви ж поміть, це достатньо суб'єктивна точка зрення. Да, це позиція, я не знаю, гражданина України. Це позиція, там, я не знаю, там, кандидата в президенти, позиція там, глави партії. Ну, вона существує, і я проаналізував і аналізую сложившуюся ситуацію. Сказати о том, що Грицаку Василию Сергеевичу, руководителю Служби безопасности України, сьогодні з руки нападати на МВД і відстоювати, скажімо так, бути ручним апаратом в руках президента. Ви знаєте як? Я думаю, що я пам'ятаю, коли президент виступав за зняття Василия Сергеевича занимаемой должности. И это была его основная позиция. Помните? Да, всем еще недавно. Буквально там, я не знаю, ну может быть, больше полугода назад, да? Когда зашаталось кресло под Василием Сергеевичем. И это была позиция, конечно, Порошенко. Я не думаю, что кто-то из сегодня готов подыграть. Я просто про це нічого не знала. Не знаєте? Грицака хотіли знімати? Конечно, да. Порошенко хотел снять Грицака и хотел на его место поставить совершенно другого человека, более управляемого. Кого? Я сейчас уже не помню этих фамилий. Я думаю, что сегодняшнего первого зама Грицака. Вот. Но это тогда не случилось, потому что не поддержала бы Рада. Василий Сергеевич все-таки является боевым офицером. Я служил под его началом. Считаю его очень порядочным человеком. Вот. И я не думаю, чтобы он сегодня выстраивал систему для того, щоб був нарушен закон і було забрано право. Добре. В минулу п'ятницю, наскільки я пам'ятаю, так, Арсен Аваков опублікував пост, що за його там інформацією готується проти нього провокація, готують там якісь російських рахунків, вкинути велику суму на його італійські рахунки і так далі, і так далі. Скажіть мені, будь ласка, а хто ці погані люди тоді, які хотіли там йому підкинути російські гроші? Смотрите. Давайте мы вот сделаем таким вот образом. Действительно, вот как мне кажется, да, вот иногда человек всю жизнь живет ради одного мгновения. Вот весь его жизненный путь и весь его жизненный смысл сводится к одному действию. И вся жизнь выстраивается так. Так бывает. А у вас тоже есть така мить, заради якої ви живете? Я думаю, да. А что это за мить? Послушайте, я ж не... Я не Господь Бог, и я просто... Вы еще не знаете. Я еще не знаю, но я больше чем уверен, что какая-то миссия на меня возложена. Тогда, когда я вернулся с войны живой, произошла огромная переоценка ценностей. Я подумал, что, наверное, значит, для чего-то ты нужен, раз тебя не забрали. Мне так, я так это оценил. Поэтому я думаю, что Аваков, оказавшись на своем посту в 2014 году, в действительности эта миссия не только там, реформирование там, нацполиции, там, кто-то ругает, кто-то не ругает, это сейчас третий вопрос. Я думаю, что в моем понимании, во всяком случае, я так бы хотел в это верить, что он это осознает, что в его сейчас руках действительно есть возможность дать украинцам честно, в законном способе, сделать воле своє изъявление. І як ви думаєте, він буде твердим в цьому до кінця? Слушайте, ви знаєте, я очень би этому хотел, потому что мне не хочется разочаровываться в людях, тех людях, которых я уважаю. Вот. Я думаю, что это как раз та ситуация, вы знаете как? Это ситуация 30 серебряников и Иисуса. Это, наверное, вот почему я говорю сейчас че, переломный момент. Потому что я думаю, что если мы дадим возможность этим упырям остаться, мы потеряем страну. Что мы оставим детям? Наташа, вот слушайте, вот я вам честно говорю. Вот мы получили от своих родителей богатую, богатую, огромную, плодородную, жизнеспособную страну, государство, где были гордые люди. Что мы имеем сейчас? Нищих, разбитых, ненавидящих друг друга, разрозненных.
Это? Так вот я хочу сказать, а что мы оставим детям, Наташенька? Понимаете, нашим с вами детям вот этот хаос? Нет. Вот я хочу все-таки, чтобы вот мы осознавали то, что от наших действий, и я надеюсь, что вот сегодня отдельные политики, отдельные государственные служащие понимают, что вот сейчас точно брать нельзя. Ілля, давайте поговоримо про вас. Давай. Дивіться, ви йдете в президенти. Да. Ну, ви ж притомна людина, притомна. Ви розумієте, що навряд чи ви станете президентом. Все спокійно, Наташа. От ви ж мене прекрасно знаєте. Я ж очень, на самом деле, реаліст. Вот. І я не тешу ілюзіями. Навіщо тоді, скажіть? Да все в порядку. Я вам обов'язково відповім і на цей вопрос. Здесь нету мании величия. Здесь нету какой-то гордыни, которая затмила мой разум, да, и вот человека, будучи в политике, ну, там, чуть больше года, вдруг решил стать лицом и образцом для государства. Все проще. Смотрите. Для моей партии, для партии, которую я возглавляю, партии, частью которой я сегодня являюсь, я же очень ответственно отношусь, к каждой своей должности, к каждому своему месту, к каждой поставленной задаче. Партия на сегодняшний день должна была сделать первый шаг в большой политике. Та партия, которой привыкли вытирать ноги, разрозненной партии. Ну, чем свого часу она была досить... До восьмого года, пока ее Мороз не продал. Продал идею, продал однопартийцев. Слезал тихонько деньги, подписал с Януковичем угоду, всех кинул и спокойно отошел в сторону, оставив... А кому продал ее Мороз? Послушайте, он ее не продал. На самом деле он просто ушел. Ну, кажется, он... пока Мороз ее не продал, то я... Тогда же за Янукович заплатил же деньги за коалицию, подпись. Вы помните вот эту кровавую подпись, которая дала возможность Януковичу впоследствии прийти к власти? Давайте вспомним немножко историю. И потом он тихонько отошел. Осталась партия, остались люди. Никто ничего не понимал. Потом этой партии начали манипулировать, по-разному манипулировать. Вот проходимцы, негодяи использовали вот партийную символику, идею, в действительности веру людей всего лишь навсего. Отже, сейчас выяснили... я прошу прощения. Так. Ничего я не решал. В данном случае эта партия приняла решение и выдвинула меня на пост кандидата в президенты. Для чего? Для того, чтобы остановить все манипуляции, которые происходили ранее. Вы в своих передачах даже писали, был такой, был, есть проходимец Каплин. Вы же его тоже титровали, как глава социалистической партии. Я это видел. Я не задавал вопросы. Я знал, что время все расставит на свои места. Так вот, социалистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера, Киву. И это есть сегодня догма, зарегистрированная законом. Эти выборы – это легитимизация вас на посту главы партии. И первый шаг в большой политике. Потому что наша задача сегодня, и я сейчас быстро расскажу, это сделать в этой стране парламентскую республику, нивелировать все сегодняшние действия в отношении президентов, они не нужны нам. Мы та нация, которая требует парламентариев. Мы должны убрать дуи власти. Я в это верю. Поэтому для нас это первый трамплин для того, чтобы бороться за место в законодательной власти, в парламенте. Вот там мы будем отстаивать интересы своих, как избирателей, как прихильников, так и однопартийцев. Парламент. И, конечно же, для нас это первый шаг. Мы обязательно там будем. Добре, скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ви відповідально ставитеся до будь-якого місця, де ви знаходитесь, до будь-якої посади. На початку 2017 року ви заснували підрозділ з охорони правопорядку при МВС під назвою «Безпека життя». Наразі зараз вони розформовані, так, ці підрозділи.
скажіть, будь ласка, що ви робили, ну, коли ці підрозділи були, яка була, були ваші обов'язки, що, чим ці люди займалися, і чому вони зараз розформовані, ну, які завдання виконували, чим розформовували, і чи будуть ще спроби робити отакі підрозділи? Смотрите, на самом деле, вот, опять же, данное подразделение стало всего лишь навсего жертвой атак в прямом смысле этого слова. Вот этой СМИ войны, которая обрушилась. На самом деле ведь закладывалась очень светлая, чистая идея и мысль сформировать подразделение для возможности трудоустройства ветеранов антитеррористической операции. Тем более я этой идеей тяготелся всегда и везде. А какие обовязки были бы у этих людей? Я прошу прощения. Смотрите, все те же обовязки, как и у полиции охраны. Это же было в составе полиции, охраны, национальной полиции. Есть департамент полиции охраны. Вот все те же обовязки были и у них. Это просто была структура, которая позволяла ветеранам антитеррористической операции более легко с меньшими проблемами устраиваться на работу. Понимаете? И все. И к этому подразделению. Я всего лишь был, знаете как, я придумал. Я был всего лишь навсего прародителем. Моя всегда была задача, когда я находился в национальной полиции, когда я служил, я всегда работал над тем, чтобы мы как можно больше в ряды национальной полиции набирали людей, которые прошли боевые действия. Я считаю, что они заслужили больше, чем кто-либо, иметь право охранять закон. Вот. Я это делал на должности начальника департамента противодействия наркопреступности. У меня работали инвалиды и первой, и, ой, второй, я прошу прощения, второй группы ребята без ног, без рук. Я их принимал и сажал их в кабинетах. Они вели аналитическую работу. А почему вы пришли с полицией? Наташа, ну вы ж помните, тогда эта вся история, грязная история, связанная с Деканоидзе, с Саакашвили, с моей позицией в отношении фармакологической мафии, моя позиция в отношении кодеина, содержащих препаратов, это те препараты, которые в себе содержат наркотик и продаются через аптеки. Но вас же не звільняли, вы сами ж пішли. Смотрите, ну тогда, опять же, вот... Та волна негатива, которая была накинута, да, она не позволяла полноценно выполнять поставленные от зараз задачи. Вот зараз же пройшов час. Якого роду у вас конфликт был с пані Деканоїдзе? Слушайте... И він був дуже жорсткий. Вы знаете как? Смотрите, ну, в первую очередь, какой может быть у мужчины конфликт с женщиной? В первую очередь. Я не знаю. Подождите, ну, просто. Я не, ну, ну, честно, будь-який, можливо. Я ее не, ну, у меня не было с ней конфликта. То есть я не могу конфликтовать с женщиной, потому что в первую очередь я мужчина. Ну, были же у нее была позиция, пикировки. Которая, да, ну, на самом деле, ну, послушайте, ну, Деканоїдзе, она всегда ориентировалась на Саакашвили. Вот, всегда ориентировалась на Саакашвили. Ну, Саакашвили ж не працював в поліції. Правильно, но дело все в том, что ему у Саакашвили было предприятие, которое его финансировало. Моя позиция, она... А що це було за підприємство? Інтерхім. Все очень просто. Інтерхім, одеське предприятие по производству кодеина, содержащих препаратов, которые сегодня продаются в аптеках. Моя была задача, моя была цель – это ввести кодеина, содержащие препараты, по рецептурному отпуску. Но тогда это фактически минимизировало прибыль этого предприятия. Так как предприятие спонсировало напрямую Саакашвили, Саакашвили договорился с Деканоїдзе, причем это я говорю сейчас уже спокойно, и Деканоїдзе выстроила позицию и любой ценой пыталась снять меня с занимаемой должности. Конечно же, ей это удалось. Вот. Ей это удалось, но давайте так. А вы не хотите повернутися в полицию працювати? Слушайте, ну вот сегодня... Вы сегодня працюете десь чи ні? Я сегодня руководитель профсоюза Министерства внутренних дел.
Конечно. Ну, за что б я жил? А это штатная посада? Ну, это посада, конечно. Руководитель профсоюза Министерства внутренних дел. Да, меня избрали. И сегодня, то есть я помогаю своим сослуживцам, их семьям, их детям. То есть, да, это тоже работа. А какая у вас зарплатня сегодня? От на цій посаді. По декларації, Наташка. Все у мене написано в так, декларації. Так скажіть, я ж не пам'ятаю, що там по декларації. А багато наших глядачів не може заглянути навіть туди. Кожен може зайти, посмотреть. Тобто у мене моєї зарплати хватає для того, щоб содержати неповнолітнього дитину і не красти, і не участвувати в корупційних скандалах. Отже, зарплата у вас досить висока, я так розумію. Ну, я не знаю, що для вас висока зарплата. Ну, дивіться, ну, треба утримувати дітей, потрібно щось їсти, їздити на машині, а там, ну, можливо, в відпустку іноді виїжджати, ходити до спортзалу, за які треба платити гроші. Ну, життя в Києві, ну, це мінімум там $2000 на місяць, якщо дуже скромно. Я намного скромнее. Так що вести той спосіб життя, який ви ведете? А який я веду спосіб життя? Ну, досить активний, спортзали, поїздки, ну, ви там, у вас автомобіль і так далі. Я очень, я очень раціональний і економний чоловік. Я очень правильно распределяю свои доходы. Добре, на яку суму ви живете в місяць? Хорошо, я спокійно очень говорю, порядка 30 тисяч гривен. 1500? Почему півтори? Ну, плюс, ну, сейчас тысяча долларов. Около $1000. Причем этих денег хватает для того, чтобы правильно распределив эти деньги. В спортзал хожу, да, хожу ежедневно на протяжении уже 15 лет. В один и тот же спортзал. Конечно же, у меня есть... В який выходит этот спортзал? Киев спортклуб. Я честно об этом говорю. На протяжении уже 15 лет я хожу в этот спортзал. Добре, еще у меня до вас запитання. Дивіться, ви людина, яка точно знає, що таке, ну... що в Україні останніми роками є практика пресування інших людей. Ми з вами навіть колись обговорювали це в ефірах. І дивіться, от ми говоримо про те, що ми хочемо жити в країні, де буде законність, де буде порядок, де буде право. І ви от просто нещодавно відстоювали ці речі, я пам'ятаю, в ефірах, коли сталося з поліцейськими ця вся історія, да. І так далі. Я хочу вас питати, нагадати вам, що там, скажімо, рік тому, да, пан Корчинський 2 тижні не давав нам працювати. Тобто він казав, що нас купив Медведчук, ну, потім виявилося, що нас не купляв Медведчук, але перед нами ніхто не вибачився. Мене там хлопці з братства там хватали за пальто, щоб я не могла зайти в автомобіль і так далі, і так далі. Це було 2 неділі тут просто аду, да? Внизу. А ми давали позов в поліцію. Ніхто. Один раз до мене приходив слідчий, і на цьому все закінчилося. Які результати у цієї справи, ніхто не знає. Зараз, от, наприклад, да, там є ролик «Торнадо», який записали теж. Кстати, я бачив. Да, на щось там натякали мені. І зрозуміло, що це, ну, і замовний ролик, тому що вони не дуже добре пам'ятали моє прізвище. Да, я пам'ятаю. Да. От як ви вважаєте, хто ці люди, які мають навести порядок і законність в країні, щоб ніхто нікому не погрожував, щоб ніхто нікого не пресував, щоб кожен займався своєю справою і не давав нікому оцінок, і так далі, і так далі. Наташ, кожен має почати, в першу чергу, з себе виравнюватися. І це дуже важливо. І це стосується кожного. І, мабуть, Дмитра Корчинського. И, наверное, тех ребят с братств. Я же об этом говорил. Давайте мы начнем работать над собой и попробуем собирать себя и собирать страну. Каждый из нас допускает, я больше чем уверен, в жизни ошибки. Но вопрос весь не в том, сколько ты ошибок допустил, а вопрос, сколько ты ошибок осознал и сделал выводы. Наверное, конечно же, были какие-то у них претензии. В любой ситуации всегда есть 2 стороны. Вот. И я не готов поддерживать сегодня радикальные какие-то действия в отношении, в первую очередь, женщин. Для меня это святое. Журналисты. Это еще одна священная корова, которую мы должны беречь. Почему? Потому что это, наверное, единственная возможность у людей слышать, видеть, понимать все то, что происходит вокруг нашей, в нашей стране. Вы говорите, кто должен начать наводить порядок.
Это должен начать каждый из нас. И начинать это нужно. А может, вы просто правоохоронные органы мают делать то, что они мают делать? Знаете, и правоохоронные органы, и прокуратура, и служба безопасности Украины. Я сейчас не буду никого обливать или же говорить, кто плохой, кто хороший. Я просто знаю о том, что иногда мы ловили преступников, и через несколько дней эти преступники ходили уже обратно и занимались своими грязными делами. Кто-то в прокуратуре брал. Кто-то в судах брал. И вот это кто-то как-то это все превратило нашу сегодня страну в хаос. Я хочу вам еще одно конкретное запитание задать. Дивіться, вы заплатили за полицейского 115 тысяч гривень. Да, это велика сума, это ваш 4-месячный бюджет. Я не буду питати, где вы взяли эти гроши. Не надо, я вам честно... Можливо, вы там их собирали по друзьям. Нет, смотрите, Наташа, вот смотрите, вот у любого вопроса всегда есть ответ. Понимаете как? Нет. Вопрос весь в том, ты хочешь его дать или нет? Вот это. Угу. Вы понимаете? Вы хотите дать ответ? Спокойно очень. У меня официально задекларировано 900 тысяч гривен. Окей. Мне 41 год. Официально с этих денег я взял 115 тысяч и заплатил. Питание, мене хвилює інше питання. Дивіться, чи змінили ви свої погляди на те, що ви, як людина, яка заплатила за поліцейську заставу, на роль всіх от цих організацій, які ми там іноді називаємо парамілітарними, іноді називаємо там, організаціями активістів, які там, суспільними організаціями і так далі. От як ви вважаєте, чи мають вони право втручатися в якісь такі речі, які не є їх парафією? Чи мають вони, наприклад, там, нападати на поліцейських? Чи можуть вони робити, блокувати суди? Чи можуть... Тому що колись ви казали, що ми прийшли з фронту, і ми маємо право це все робити. Да? К сожалению... Блокувати підприємства і так далі. Сьогодні що ви думаєте з цього приводу? Смотрите, Наташ, я більше вам скажу, що, к сожалению... Очень часто в среде этих сегодняшних организаций мало людей, тех, кто действительно пришел с фронта. Это первое. Второе. Я заплатил эти деньги за... Почему? За своего сослуживца, который попал в беду. В беду. Даже если он нарушил закон, и я не буду этому препятствовать в достижении истины, он все равно попал в беду. А какие законы он порушил, скажите? Ну, может быть, суд установит превышение полномочий, превышение его действий в отношении задержанных, понимаете как? Но пускай это будет приоритет суда. Я со своей стороны, как офицер, это сослуживец, у него есть жена и ребенок. Я помог в сложную для него минуту. Я не хочу просто, чтобы делали козлов отпущения из рядовых полицейских. Если и были к кому-то вопросы, то есть высокопоставленное начальство. А когда генеральный прокурор Украины скатывается до уровня обвинения солдата в прямом смысле этого слова, то это и есть бардак. Вот это моя позиция. И солдатов я буду всегда защищать. Суд определит ему меру его вины, если она есть. Пусть вынесет ему наказание. И пусть он это наказание отбудет. И это моя позиция. Закон для всех один. Но делать козлов отпущения... Это понятно, да, почему я внес залог? Это вторая позиция. Роль организации. Вторая позиция. В отношении организаций, которые сегодня стали очень доступным инструментом у власти для решения всего лишь навсего своих вот этих выяснений отношений. И знаете, что они делают? Они сегодня людей стравливают. Травят активистов, националистов на полицейских. Полицейские стравят на это. Их задача создать в стране хаос, в котором они, может быть, надеяться на то, что останутся у власти. Нет. Мы не позволим нашу страну превратить вот в этот беспорядок, в котором у них будет место. Не будет им места.
Добре, зараз ще одне запитання, і тоді бліц. Ваша риторика дуже помінялася. Ну, абсолютно зрозуміло, що, добре, ваша підготовленість до публічних виступів. Це помічаю не тільки я, але багато експертів помічаю. І абсолютно зрозуміло, що з вами хтось працює. Це воно нічого поганого. Ні, я можу об цьому розказати. Це нормально, так. Да. Крім того, ви там за останні роки там брали участь в кіно, в виставах, працювали в театрі. Наташа, давайте, я вам дуже спокійно скажу. Во-первых, ви ж прекрасно розумієте, що я... Ну, далеко не такой простой, как я казался всем в 14-м году. Понимаете? А вы имитували эту простоту? Конечно. Навищо? Зачем? Так. Послушайте, это же правило. Для того, чтобы тебя не испугались. Потому что мне нужно было подойти к противнику вплотную. Чтобы дышать ему. Потому что мне придется многих снести. Те, кто сегодня грабит страну. Вот для того, чтобы меня не забили камнями, как меня пытались забить в 16-м году, в 15-м году, если ты помнишь. Конечно же, мне приходилось, скажем так, немножко быть проще, может быть, крикливей, размашистей, чтобы все сказали, да кто там, что там это? Ну, там крикун какой-то там, что у него там? Ну, там пусть покричит и успокоится. Это дало мне как раз вот этот временной фактор подойти к противнику. Так а кого вважаєте своїм сьогодні ворогом, противником? Я вважаю... Хто ці люди? Ці люди? Ті, хто уничтожує мою страну. Хто ці люди? І, повірте, це далеко не сьогоднішній наш агресор, який відкусив кусок нашої страни. Це дійснуюча власть. В лице президента, в лице вот этих з оборонпрома, которые своїм 22-летним мальчиком покупают маєтки. А сьогодні вони говорять, ми будемо подавати в суд на журналістів. Ти, ублюдок, скажи, откуда у твоєго сина вот такой вот дом, на который сотня людей будет всю жизнь работать и не заработает. Работая в Укроборонпроме на зарплату, я знаю, вот мне 41 год, у меня однокомнатная квартира, я гордо это говорю. Не потому что, я просто не смог заработать больше, к сожалению. И это правда. Ведомственная квартира, я отказался. Почему? Ну, чтобы потом не было ко мне, вот знаешь как, вот этих посягательств. Он работал в министерстве. Два чи будет сегодня питание с этого привода, а зараз бліц. Ви ж все-таки голова соціалістичної партії, яка ваша улюблена робота Леніна? Чого це ха-ха-ха? Ой, это, вот эти, слушайте, Наташа, ну вот смотрите. Ну мені цікаво, ну мені цікаво. Вот эти все такие легкие подножки, а ви можете процитировать Маркса? Я не буду питатися. Нет у меня любимых работ Ленина. А взагалі ви читаєте Леніна? Нет, конечно. А потому что я считаю, что в данном случае это его позиция. Його позиція. Добре, а когось з соціалістів ви любите, кого ви читаєте? Боже, Леніна можна не любити. Що? Леніна можна не любити. Його можна не любити, у нього слишком грязна історія, розумієте? Окей. На самом деле. Вот. А основи там соціалізму, Карл, Маркс, то есть, це те, що, допустим, попадало, Наташ, ну, смотрите, вопрос весь в том... Отже, у вас немає улюбленого автора соціалістів. Меня интересует вопрос социальной защищенности, равноправия и порядка в стране. Вот это моя догма, это моя религия и это моя работа. Зрозуміло. А на якій машині ви сюди приїхали? Я приїхав на Тойоті 2007 года. На якій Тойоті? Тойота Ланд Крузер. Гарна машина. Дуже багато бензину, по-моєму, вже рані. На газу. Наташенька, на газу. Скільки вашої охорони людей? У мене нету охорони, у мене є помічник. І це буде правильно так. Ви посмотрите на мене і подумайте, нужна ли мені охорона. А помічників у мене двоє.
ходять чутки, що от ви казали там про нерухомість, що ви купили квартиру в Італії, і вашим сусідом є Корчинський. Він теж купив квартиру в Італії. Я скажу, чи... мені казали, це дуже серйозні люди, тому я вас і питаю. Плюньте от этому серйозному чоловіку, чесно говоря, в лицо. А хотите, я в это лицо ще й розоб'ю. Це неправда. Я прошу прощення, от послухайте мене. Як тільки ви знайдете квартиру в Італії, я клянусь, я з цього моменту одразу ж снімусь повноваження, ухожу з партії, ухожу з політики. І буду проклят до сьомого коліна. Господи, мені яка ти мене... Нічого страшного. Охоронець у вас є все-таки, чи два охоронці? Раз говорю, у мене два... Ви як-то неправильно. У мене два помічника, в дійсності. Да, у мене є два помічника, які знаходяться рядом зі мною. Чому вони мені потрібні? Ну, тому що у мене слишком великий об'єм роботи. Як у вас є помічники, так і у мене є помічники. Були... У вас дівчатки помічники, а мені легше працювати з чоловіками. Чи були ви засуджені в минулому? Нет, конечно. Я не судим, не привлекался, и это всего лишь навсего еще одна манипуляция, которую используют для того, чтобы меня очернить. Что зараз с расследованием замку на вас? Я не знаю, я же не, во-первых, я не являюсь на сегодняшний день частью национальной полиции. А вот. Вы цікавитесь этой справой? Конечно, мне интересно, но я вам хочу сказать, я думаю, что сегодня столько действительно тяжелых, больших дел, вот, что это, наверное, неприлично. Меня больше интересует не столько замах на себя, сколько, допустим, замах на Шеремета. И я это говорю честно. Меня больше интересует расследование по подійному... Подій на Майдані. І чому? Тому що у мене нас там більше вопросів. Нас всіх це цікавить. Да. Останнє запитання. За що ви могли б дати життя? Чи за кого? За дітей. Дуже дякую. Ще ж, друзі мої, сьогодні був Харт Влащенко. У нас в гостях був голова соціалістичної партії Ілля Ківа. А я прощаюся з вами до наступного разу. І говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. До зустрічі.